Как вас зовут? Здравствуйте. Татьяна. Волновахи. Из Волновахи, да. Помню, когда вы первый раз к нам приехали. Привезли, какие мы вышли из бомбоубежища. Все замученные, грязные. Паника у нас была. Мы холодные, без воды были. Сколько они ели? Не, ну как бы мы совсем такого не было. По чуть-чуть, да? Ели, да, но были очень страшно, да, было очень. Изменилось что-то? Вот мы же с апреля к вам приезжали, да? Это был 5 апреля мы первый раз приехали. Да, воду нам дали, свет дали. Свет не везде дали, волновато. Где сын? Да, и воду не везде. Сын где живет, там. Готовите? Уже дома? Ну, готовим немножко. Мультиварку сын привез, и на мультиварке тоже, что там можно помогать. Людей печки покупали. Приходите почему сейчас? Ну, потому что хлебушек хороший здесь, булочки мне нравятся, каша нравится очень вкусная. И потому приходим, потому что горячее, свежее, вкусное все. Мне нравится, я прихожу за это. Обстановка не сильно радует из-за того, что постоянно вот слышим эти обстрелы. Стреляют до сих пор, да? Стреляют от нашего Волновахи, что-то прилетает, вот это никак не успокоится. Поварам, людям, которые жертвуют по всему миру, что-то скажете? Ой, большое им спасибо. Дай Бог им здоровья, что они вот это жертвуют, что они нам помогают, дают нам вот это такую вкусную кашу, булочки. Пускай у них им воздастся еще больше, чем они нам дают. Мира, добра, счастья, благополучия, радости, позитива всем. Спасибо, приходите. Спасибо. Друзья, видите, помощи Волновахи еще нужна. Несмотря ни на что, потому что готовить не так просто. Еще надо и продукты где-то взять. В общем, уже конец раздачи. Люди заканчивают, тут мы раздаем здесь. На 100-квартирном. Спасибо большое.